Перерубы все там. Вот все. Здесь одним вот эти три камня больших дорог. Здесь вот уже вот здесь железные. Ну да, часовня здесь была, и часовня даже от церкви. А что здесь в советское время было в здании? Начальной школы, которая, кстати, это была закрыта в 1981 году, она функционировала. Да что вы. И причем здесь школа была начальная, Андрей Борисович, да. А в Чернавке была средняя. Серьезно? То есть именно там была центральная усадьба, именно вот. И потом резко, когда закрыли там школу, в 81 году среднюю школу, вот. Значит, здесь вот было это. Здесь-то сюда перевелись. Интересно. Это у графины? Да, вот это. Это у графинской же народность, правильно, мордва? Да. Самое поразительное, знаете что? Ну тут как раз и хватает места-то. Конечно, да. И у нас и тут еще мы совсем недавно раскопали, что у нас еще и Вера Михайловна Ермолаева отсюда рос. Ну, руками делалось. И может даже без гвоздя, да? Да нет, нет, вот посмотрите. Ни одна, да? Ни одна, еще и гвоздей нет. Нет, должна. Да, я... То есть все вот оно, да. Ставлено и сгонялись туда, да? Вот технология. И там наверху даже нет. Они даже не сообразили. Ни одного гвоздя, все в квадрат. Здесь стоял, фундамент остался дома, где дед жил. Птички-то как поют красиво. Тот надо взять, да? Сейчас он на камеру. Ну вот, это же другое дело. Ну, а то придешь в магазин, за вот такую бутылку заплатил 70 рублей. Ничего. Сладкая, у нас еще один родник есть. Недалеко, Николай Иванович. Моя муха сколько? Нет. Это не мухи, это комары. Комары. О, ребят, я вот с вами не помню. Ну, пойду покажу.